Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я буду нянькой малыша. Привет, малыш. Короче, давайте мы его положим. Так, все. Теперь нам надо, видите, там покормить малыша. Окей. Ой. Так, открыть. А вот бутылочка. Так, давайте мальчик. Бутылочку. О! Ребят, вы видели? Я могу вот так вот ее делать. Опа. Короче, пофиг. Давайте ему дадим. Все, кушай. Так, смените подгузник. Ой, фу! Он обсерился. Господи. Ладно, давайте его отнесем на пеленальный стол. Так, возьмите подгузник. А этот подгузник мне брать? Ага. Подгузник. О. Не понял. А где малыш? Малыш, ты куда убежал-то? О, господи, а. Ты чё? Ты куда бежишь-то? Давай. Сиди там. Сиди тут, я сказал, я с тобой сижу. Так, беру подгузник. О, молодец, на месте сидишь. Переодеваем. Уложите малыша. Все. Ой, радостный какой. Угу. Так, а какая твоя комната? Заперта? О. Да. Не то. А во. Так, все, давай я тебе дам игрушку. Овца, давай я тебе дам овцу. На, все, давай, спи. Закрыть, так, найдите книгу сказок. А, понятно. Так, малыш, ты тут, молодец. Вот, сказка. Принцесс. Принц и кошка, давайте читать. Так, погнали, так. Вдалеко, They walked through the golden gun. But the prince didn't like the gun. Так, теперь что надо? О, он уснул. Так, уйти и закрыть дверь. Подождите, есть родители, посмотрите телевизор. Ну что, ребят, давайте тогда телек посмотрим. Так, где телек у нас? Во. Так, сесть на диван, смотрим. Опа. Малыш заплакал. Успокойте малыша. Окей. Погнали. Блин. Малыш, что такое? И где малыш? М? Малыш, ты где? Где он плачет? Ой, ты мелкий, а. Давай, пойдем. Господи, ребят, просто это нянька я. Так, давай, иди. Ой, во. Че? Ты че? Так, понятно, давайте зайчика дадим ему. На. Да что такое? Окошко. Ну, нравится. Все, давай, спи. Так, отдыхайте, посмотрите телевизор. Окей. Пока все прикольно, ребят. Не спи, не спи. У нас еще, видать, много дел. Так, загрузка. Так, вторая ночь, малыш смеется. Смотри, правда забавно? Я же прошу, не надо. Так, что-то там. Действие 2, сцена 1. Так, где малыш? А, возьмите бутылочку в холодильнике. Окей, окей. Так, открыть. Найти бутылку. В смысле? Где я вам бутылку найду? О, тихо, тихо. Капец.
Так, тут ничего нету, тут нет. Нет. Тоже нет. Где я вам бутылку-то возьму? О, взять бутылку. Так, дайте ребенку бутылку. Пей. Так, опять он обселился, господи, малыш, ты надоел. Ладно, малыш, давай. Ой, что произошло? Погоди, малыш. А, ребят, погодите, смотрите. А что тут у нас? Малыш, ну тебе не больно? Ладно, все, давайте его возьмем, не будем его мочить. А вот пеленальный столик. Ай, ёпарста, малыш. Сиди тут. Я сейчас за памперсами скажу. И дайте угадаю, он сейчас уйдет, да? Малыш, будь тут, я не понял. Подгузники, Понимаю, никто не хочет это нализать на его задницу. И где? Трусы, а вот. А куда вы? Так, я его, ребят, обязан найти. Стоп. Ну? О. В смысле, куда? Стоять! Господи, ребят, что тут у них происходит? Трусы, я понимаю, что вы... Ха-ха, ребят, ну... Понимаю. Все вот эти трусы так не хотят нализать на его задницу, что убиться готовы даже. Понимаю, малой, малой, на, вот ты не ушел, молодец. Я одеваю тебя так, теперь надо тебя уложить, погнали. Ой, что я наделал? Малыш, давай, пойдем, я тебя уложу, да ёпарста. Так, у тебя комнатка, так как я понял, вот тут, да? Давай, иди, да ёпарста, иди спи, только я тебе сейчас дам кошку, как тебе она и понравилась, все, давай. Так, опять сказку ему читать, да ёпарста, ладно, садимся, читаем. Так, это мы все сделали, что-то там делали. Ты что делаешь? Ладно, хорошо. Положите в кроватку нужную игрушку. Дайте угадаю. Это баражик. Барашек? Не, ребят, ну это не ребенок. Это я не знаю, как его назвать. Демон маленький. Личинка тупая. На. Все, читайте дальше. Кого читать-то? Где книга? Во. Взять книгу. Садимся, читаем, вот, прыг-скок, что-то там, так, раз, два, три, четыре, пять, едем мы опять куда-то, так, ты спишь? О, все, спи. Отдыхайте, посмотрите телевизор, так, ребят, давайте садимся на диван. Кто у двери? А кто у двери? Ребят, мне страшненько немного. Это что, взять коробку? Достай 4000? Что это? Положите коробку на стол. Окей, давайте положим. Наконец-то можно посмотреть ТВ. Ну окей, давайте, ребят, посмотрим телек. Все, смотрим. Ой, ребят, что-то спать хочется. Посплю-ка я немножечко. Так, спокойной ночи, сладких снов. Я не успел. Так, отдыхайте, посмотрите телевизор. Окей. Успокойте. Окей. Пойдемте успокаивать малыша. Здорово. Так. Поднимитесь. А, уйти и закрыть дверь. Окей. Найдите что-то поесть. Может быть, сырный тост? Ну, пойдемте, ребят, тогда на кухню. Так, где у нас кухня? Вот. Так, открыть тостер. Взять кусок. Так. Что? Плита открыть. Плита закрыть. Может, яйцо взять? Так. Ой. Испортил себе хлеб. Ладно, ничего. Что у нас тут? Взять кусок. Сырок.
смеси сыр. Теперь нам нужна колбаска. Колбаска. Так, добавьте хлеб, окей. Так, а где хлеб-то? Вот хлеб. Все. Закрываем. О! Блин, ребят. Вот. Покорми малыша, чудовище. О, ладно, окей. Так, длинный холодильник. Хорошо, давайте. Не понял. И чё? И куда мне идти? Мне малыша надо покормить, алло. Не то. Снова не то. Куда мне идти, ребята? Странно. Куда мне идти, ребят? Погодите, реально. Куда мне идти? О, открыть. Чё, так просто? Если мы откроем? Ага. А где квартира малыша? Так, закрыто для... А, это не то. И куда нам сейчас тогда надо? Куда мне идти-то? Заперто. Где этот пузожитель? Или как там его? О! Вот эта квартирка. Ой, ёпарасоте. На, ешь. Так, переоденьте. Окей. Господи. Капец. Так, ребят, погодите. Мне сейчас надо на секундочку отойти из мяти. Так, ребят, я, короче, тут походил. И вот что я нашел. Да, и сейчас его надо отвезти в туалет. Не знаю почему. Так, что теперь? Ну, вот в туалет. А, я понял. Малыш, погоди. Господи, что делать-то надо? Вот он в туалете. Блин, что лагает? А вот стульчак вниз. Ой. Вот, смотрите. Так, блин, как мне его тут сюда поместить? Опа. Ой. Опа. А что с мышом делать? Я не знаю, что вот с этим делать. О. Ребят, у меня есть идея. Давайте скинем уши с лестницы. Опять он сейчас проснулся и заорал. Так, лагает. В туалет, если он не какает.
Ой, что мне делать? Ребят, давайте сейчас я помочу себе лучше камень. Вот, друзья, что-то я сделал. Теперь нам надо ему игрушку опять дать. Давайте кролика дадим. Понятно. Котик. Значит, барашек ему нужен. Так, все, идите к нему сказок и сядьте. Читаем книгу. It was cold. Опа. Друзья, если честно, потом у меня вылетела игра, я не мог зайти. Ну что ж, друзья, всем пока. Опа. Ну-ка, что тут написано? Понятно. Друзья, пока.